Не, счета Я сейчас, серьезно. конечно, Кому что надо надо, знать. нет, сразу говорить. Прозраливай счеты. Ибо корень она все равно еще не скоро увидит. И ролл красивый. И приор красивый, да, почти? Не, приор не вижу, но ролл 7. Приор у нее... А у нее приор 7-7-5. Yeah. Кого приор? Она одна ролила. Да? Там что-то... Там даже коват ролил. Нет. Дай две, выиграл, вон я, линку. Да, а умность выше. Почему так ролила только одна? Вы мне дайте ассиста, мне будет показывать. Ассиста это они линкуют типа приора. Ну, это получается... Он сколько у неё приора? У всех аддоны срабатывают. Да. Обмен. Все, так счет и больше ничего не надо. Да. Там есть галочка, чтобы это отменить, чтобы так не ходить. Наконец, у нее вторая полноценная триня. Ну, не полноценная, но полноценная. Более-менее триня, скажем так. Так, ЕПС, при скольких долго? Запускайте уже, вы что долго так, блядь. Титьки мнете. Торкра, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Лет только что. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир. Признавай. По-моему, забыла за приход, за первого и за леди, да. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. Наорочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы... У нас кроме Делоруса, кто еще шемку собирает? Я пообещал. Кислый Силобезон вроде бы. Что пройду через темные порталы... Я просто Силобезон не могу думать. Я выжил, мой сын остался... Ты шемку хочешь собрать? Я думаю, не знаю. Пока не решил. Я просто, знаешь, мне интересно, мне говорят, что шемка лучше, но при этом все, кто это говорят, ни у кого шемки этой нет. Сундук не открывайте, Долор завис. О, на сундук можно я на престон запрыгну? Ты же уже выбил плащ. Выбил. Еще один надо? А у меня уже без ДЦ, поэтому я пошел на Холика собирать. Скажите, как босс умрет. Мне на приста только Охэнд остался с Джайном.
Заходи. Сейчас подойду. Успел обогнать Сантея под конец. Хотя, не знаю, Фейсеру плащ как бы типа нужнее. А чё, Элима уже не дамажит? Давно. Кто уже вылетел? Лорос вылетел. Ну, сейчас. Библ, я если в десятку попадаю, уже хорошо. Тридцатку дают на Сурфан. Кито. Уже давно не выдаем. 26 максимум. И то в обычке. Кто меньше 20, тут рак. Ты 19. У меня 20. Я еще с этого 19. А тут минимум 14 тысяч, да? А, это смотря почему смотреть. По скаде, да, 19. Я еще и с сопротом. Он, короче, специально рекаунт. Все, открываю. Да. Френдинг растет. Что там больше циферки. Всегда, кстати. Ну, кстати, знаешь, если посмотреть по ДПС у рейда, вот трем людям осталось Т5 собрать, да, и, в принципе, ДПС рейда у всех одинаковый будет. Можно вулю на ролл, на успех. Не считая хантов. У хантов выше. У всех остальных одинаковые цифры примерно. Да ханты чуть-чуть больше, чем все остальные дают. Ну, на 3500. Не знаю. Ну, где-то, грубо говоря, у всех по 23 по скайде. Скиньте рекаунт. Печенька гир выехал, нахуй пошла. На успех могу пароль. Сейчас, Лёха, тебе скину. Я на успех. На успех. Так. Лёха, я скинул во флодилку. Я тоже. Полностью. Воля мейнспект. Она кому-то на мейн нужна. По-моему, даже на офф никому не было. На офф, пожалуйста. Да сейчас на офф. Три, два, раз. Офф-спект. Афонь, ты в медведя будешь носить? Да, я в медведя хочу. Ну забирай тогда. На некоторых боссах хочу в медведя носить. Радикс просто эксперимент кинрол. Сколько у тебя? 25. Ну-ка. Все начали ролить. И так сейчас, а может быть забрать, да? Я из своего медведя котопёса делать не буду. Вы что, ладно? Ну, мне немножко... Обычная нужна кому? Нет, печенька. А тут геройская не нужна, ты про обычную. Выкину, всё выкину. Вот на звездочёте, на самом деле, хорошо её брать. Вот есть некоторых боссов, где много трэша. Где гро держать приятно. Блин, я поставлю. Что за протокота хочешь сделать себе? Да, понял. Слушай, ну пёс в рот, котопёс у тебя всё равно будет, когда ребята наденешь на медведя. Чё, всё чисто по ролу, что я не понял? Это на офспек было. Офспек по ролу. Я знал, тебе что тебе на мейн надо, мейн, что ли? На мейн не нужна. Гриш, тебе нужна была? Я на мейн кидал, ты где был? Да я бы взял бы, но за ГП нафиг, потому что получше есть дальше. Ну конечно, лучше Т5 уж тогда брать. Не, если с обычки она, что на Геру менять, как бы нет резона. Да возьми, пока еще неизвестно, когда ты выберешь следующий. Нам тебе много не апнет, все равно. Это того не стоит, да, типа. Ты волю хочешь забрать? Лучше пускай 2 Т5 возьмет. Нет, он Т10 токен хочет взять. Хочу. Думаю. Лёха, мне Я про это говорю, про волю вообще-то.
На фейсера брать печеньки, нет? А кто ты? Кто ты? Какой класс? Лёха тебя перебивает, я тебя не слышу, нихуя. Чё не надо там брать? Блин, только зашел на друида, уже стал пылесосом. В принципе, можно рейд. Можно рейд подкрывать, где все 18 дд будут давать 20+. Ну ты Артемию, например, да, в рейд закинешь? И Монорота с френдиком. Примерно так. Монорот 20-ку дает? Ну, по-моему, дает. Я, честно говоря, не помню. Я больше очков не забыл. Так, вот этот покупатель, на кого он? На какого больше? На Тухлопуза. Роги, все ловушки сняты? Да, да. Ну, Тухлопуза. Кого выкидываем? Воронки, шкаф. Мирса. Кота. За шкварку. Там Монорот хочет зайти, вроде нет? Кабы не... Кабы не поцарапался. Он огневал почти. Так, она долго? До принцов. Ленточка никому не нужна. А проф будет в конце или сейчас портал целый? Проф в конце будет. О, отлично. Кому она того разу нужна? Оставь пусть. Ковацова там что? Ага. Че ему надо с Тухова? А чей покупатель? Настя. Кольцо ему надо. Силы что ли? А, нет, трусы. Мертвелые поножи? Да на поножи кольцо. Квадрат нам поставьте на кого. Так, а за юбку я дал? За... Кислый ПМ прочитай. За видео я, но юбку я сейчас не начну. Вы следите за кого начисляют, кого нет. Рензик. После этого босса зайдет. Хупля! Забирайте, поехали. Сорян. Это вот ваша сова такая. Косячник. Да блять, тут ты в личку и туда-сюда. Совы, что с ним взять? Только перья. Куда понес ее? Без ориентации у него. На кого на РЛу, блять? Не знаю, персонально вынесли прям. Под базу.
что-то кого-то больно бьет. Нихуя. Благо забыл прожаться. Не упали. Поясочек. Да чертовы ДПСеры. В смысле чертовы? Че, совы не дамажит? На две минуты отойду. Конченые ботинки, которые не падают. Зато эти плечи, которые никому не нужны. Кому ничего не надо. Мазафакер. Ну давай я поезд на НХ заберу, если никому ничего не надо. Стоп, кровь тогда в Долоран мне надо будет улететь, сделать квест, взять кровь. Ты да, еще не сделал, бегом, бегом. Не надо забить, потом сделаем. Не надо, ладно, все так. Тогда никак. Там же 25 сыранит еще надо. 25 сыранит там потом надо. Ну, можно сейчас убить и... Пока там в кровавые залы, туда и сюда. Привет. Привет всем. Да. Привет. На пол также в кровавые. Как офспек? ДД и ДД. Как МДД и РДД различаются сейчас кис. Да? Угу. Давно? Да, прилично. Милик и РДД разные вещи. То же самое, что кот и сам. Ну и типа, знаешь, просто чтобы его не пылили. Там дарт говорил. Так, ЕП я не начинал, а? Нет. Ты сломайте его, народ. Фака получил. О, маг появился. Следующий покупатель людей на лече? Да. Больше не будет в портале. Все готовы, отчет. Кого на пол? На пол, в нурле, в квадрате. Ковато. Ковато. Геру, когда? Когда откатится? Когда 5 минут? Гнилую. Нет, в смысле на 30 дать? Или не надо? Гера КД. Вы убьете босса, пока Гера. Долоров попросите, пожалуйста. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитых газ. Прохитите, ну, это убитый газ.
Задолбал этот контроль. И не говори. И разу. Хорошо, что у ДК зеленка. На ком два дебафа? На мне есть. На Йори. Блин, ну отбрать не брать эти перчатки. Получилось или в конце? По идее, Вока будет получше. Но в конце. Перчатки сразу мои выпали. Лана, Валя, Синдра, потом проф. Ладно, идем сдавать квест. Уник, комнату открой. Кислый может мне пока за этим сдать квест. Ну ты кровь... Ну, беги, беги, пока отлышишь. Кровь не передается ему. Комнату откройте. А у него квеста нет там. Он сейчас потом на фрилоте заберет. Точнее, тот, кто видит кровь. Да я же ее увижу, если у меня будет квест. Они за два. Ребят, вы считаете? Ты начисляй, начисляй. О, конь спекнулся, прихлопнулся, вернее. Во, нормальная, красивая сингарейка. Давай кислый пароль иметь. Фрэнзик. Аниме нужно. И долго еще там будешь просто делать? Не, так я готов, все. Мне минуту надо было. Там нету только Делоруса и Обио. Плюс, плюсуй. Бибу, кыш. Е, кольцо! Е. Блять, вот сука, из-за того, что постоянно линкуется, когда кто-то берет, предлагает, нужно типа самому всегда брать. Меня типа не засчиталось. Ага, убежала квеста, блять, я не сука. Царская. Багровый рубин. Ты там не трогать моя. Кстати, Ген, насчет сапфира. Ну. Посмотри, у тебя тоже он на тухлом и на гнилом разное количество раз прокнул. Или ты не один? У меня на гниле от него урон вообще не шел. У меня просто, ну, очень странно как-то статистика. Какой моряка он? У меня его вообще там нету. У меня он на сурке 2% нанес и всего 5 раз прокнул. На тухлом 8%, а на гнилом 6%. Ничего не... И на тухлом он у меня не прокнул, алло. Типа он не может не наносить урон просто. Ну открой мой аккаунт, посмотри. Точнее, ну мою статистику. Я в себя не вижу. А, пламя света. За фулл инст он у тебя 10 раз прокнул. Да ты не за фулл инст смотри, блядь. Нет, я понимаю. Я вообще... Смотрите, что по ДПСу? 380 общий, с учетом того, что били 18 ДД, Делоруса не было вообще. Его выкинуло в начале. И 3 человека по 16. Все остальные 20 плюс. Там еще не... Там еще что главное, Амир, он меня настакивает. Но типа не разжижает. Очень много народу было без топ-классок. В принципе, в том числе и... Ну, был хоть кто-то с топ-класской? Пристые танки. Я. Вперед. И паладин. Так, Мариен. Если посмотреть в общем, то есть... 15 тысяч ДПС, еще мы потеряли просто с этого, с людей, которые по 16 дали, и плюс там 20-рик еще это, то есть еще можно добавлять 35 тысяч ДПС, это 415 тысяч ДПС
в секунду. Так, да, 415 общий был бы. С учетом, что мы 18 ДД. Это вот начиная с Уркаги. Я понял. У меня забагался. Ну что, поднимаемся? С этим да, учетом. Вот должен сноситься очень быстро. Ну, ребят, зря вы туда пошли. Танки. Поздно уже. Это просто расчет ДПС на новых понятия. Убиваем мы босс нашим ДПСом или. Кислый, чё, мне этот. Тухлопус еще валяется. Ты учитываешь то, что это манекен босс? Что? Тут тухлопус еще не исчез. Кто видит кровь это? Надо чтоб кинул. Ну ты. Я уже все, я в инсте. Все, иди, вот... иди бери. Он ее так, не увидит. Давайте вниз, тактика. Вниз, вниз тащить. Нужен тот, кто увидит. Я тебе фривутер дал. Я понимаю, но я и не... квест потом взял. Мне нужно, чтобы ее кто-то закинул мне. Тот, кто ее видит. Кто видел кровь? Я видел. Ты видел кровь? Да. Вот Долоруса лутера. Я вам тебе скинул. У меня и так лутер висит. Вот сейчас у тебя лутер. Сейчас подойду. Что, сходить туда опять? Да, иди. Опа, Бибола, ФКш, здорово. Да все, хватит спускать, тут уже ничего не осталось. Блять, а можно мне столько усилков, пожалуйста? Зачем ты бьёшь куда? Контору палишь. Сколько там усилков? Ну я пока что там по-любому с каким-нибудь совами переписывает. Да, да, да. Кто я, что ли? В три раза больше, чем у меня. Ребят, вопрос такой. У кислорода шмотки пишите, если вам какая-то вещь еще. Он разролит. Там просто спрашивают, какого шмотка. Монород, руки нужны кислые, сгнила морда. Ну они мне тоже нужны. Ну я имею в виду, он на ролл выйти. Перчатки скрытности Алдариан. Ну кожаные, которые, они там одни. О, в принципе. Не дышите в микрофон. Мотофакер, пришла кровь? Да, 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 все валяется. Не дышите. Дышите. Монород выше приор. 17. Там же скритом есть, блять, с этого. С ока. Зачем ему, зачем коту крит? Ну мне так хоста нужно. Котам вроде в Т5 тоже хоста нужно. Да, я слышал, что котам хоста нужно в Т5. Лорус, шевели своими лапками. Бля, Библ, если бы ты со мной на аспекте сходил, было бы быстрее. Давайте без него. Да, у нас логи можно... есть, можно его самануть. Да просто Дима очень звонит. На корабле, короче, стоим, он говорит, что совы, это, совы летают только тут. Только на кораблях. Ооо. Это война. Обидно, обидно. Если суманете, я прямо там окажусь, шоу, прямо шоу, сейчас. Можно поставить шкаф и сумануть. Но я сам добегу, можете подождать. Тыкните на шкаф. Глупые смертные. Думали... А где ты хочешь? Да, да, шкаф-то чё так далеко от босса поставили? Надо прямо в боссе. Потому что занял позиционку. Кровь отдавай, все нормально. Да, все ништяк. Все, едем.
Нормально, без отчета. Пойдет, да. Угу. Для кому проверки. Вар чаржился у меня. Нас Дим, сзади, Бим. На сцене. Не достаю. В центре. Я забрал. На рубле в трусе это можно побить? Бей только аккуратно. Можно подкидывать, пожалуйста? Кислый справа от тебя. Вижу. У кого босс? Было. Сразу как переключился. Ой, я нечаянно. Если вы поймали сферы, пойдите убейте их. Ты что сегодня такой недоволен? Тебя что, бабка укусила? Точно. Лена, не кусайся. Ворчишься. Вообще, мне в последнее время Артемия рад. Она наоборот позитив. Она позитив несет. Ну, мы должны меняться. Че, теперь у тебя месячная? А когда это Нурглет, ты нес позитив? Нурглет, действительно. Вот именно, позитив Нурглет ты не нес. Погнали, бойцы невидимого фронта. Чё, Лёх, будет корпоратив у нас в гильдии? Таверне, в Агримаре. В Окафе. Там есть таверна одна, там Губидос как-то. Давайте уже в Штормграде, там лучше таверна. Давайте, короче, голду прострём хотя бы 1020 на корпоратив. Пиво накупим, короче, это. Стрим включим там. Это же сколько пива надо на 20 тысяч ка? Да немного, просто берете вино из Долорана. Жрёмся до блевоты. Просто, да, в Долоране все встаем в кружочек, блять, хуячим пиво и просто блюемся одновременно. Хорош, в Нижний Новгород приезжайте, буханем нормально, как пацаны. А вот это уже лучше. Ивент есть, мама, я не пьян. Все пьют, типа пишут фразу. Короче, у кого в конце будет ой, тот вылетает. Лайфхак, короче. Мы тут новый офис сняли, отгадайте где. Мы в отеле сняли новый офис. Там есть доступ 24 на 7 в офис. Можно бухать, и там и сауна есть, бассейн. Маша. Задумался. А Коля,
потому что они все скорее всего у этой гостиницы не лучшие времена. Не хорошая гостиница, просто у них есть административное помещение там. И у нас вообще идеальное место. Идеальных мест. Так сказать, и нажрался, и в прямом, и в переносном смысле. Минутка позитива. Наработался и нажрался. Поработал, отдохнул. Идеальных мест не бывает. Не, там насчет отдыха, да, там очень хорошо. Работникам скидка, да? Что просим, Лёха, корпоратив. А тактик сзади, держу в курсе. Держи. И вообще-то, Лена, я иногда бываю позитивным. Я не видела, когда покажешь. Когда вы пьяны? Так буханят, да? Пацанки так нормально. Мне вот интересно, Нурклетов, ты когда выпьешь, ты какой? Прилогнусь. Единый, он утверждает. Пойду сейчас по бутылку пива и узнаем. Какой ты сегодня, Нурклет, расскажи. Кого ты сегодня кусаешь? Пойду штавить. Вага, ты тут? Как с девчонками можно бухнуть по-пацански? Я тоже не понимаю. Для Ланди всякое возможно. Со мной все пацаны любят бухать. Хер выгонишь потом, как это было со днем рождения. А я думал, продолжение там какое-то после бухало. Продолжение только у тебя с солами. Так это ж хорошо. Ну хз. С совой плохо, ее пока общипаешь. На газ и все, и общипывать не надо. А ты че это? Афоню не кусайте, пожалуйста. Никогда. Вечно укушенный Вага. Покусанный. Его сама королева кусь не сделала. Я выбежался, наверное. Ну я так, чтоб не нажал. Оп. Коника, дайте антифир. Ну, дали. Ну, все. Убери руки с клавиатуры, ты сдох.
Сам кислого. Кислый укушен. Да, кислый укушен. А Геру не забудь. Две минуты когда. Мне кажется, она не понадобится. Кто кислого кусал? Да есть тут один с тапками. С тапками или с лапками? Хуёво было слышно. О, бля. Да я всё Долорусу плиты хуярю, нахуй. Сколько, если не секрет? Чё, багруха? Давай. Сколько? Больше, чем 165? Опа! Так, у нас тортик точно скоро отправится на костер. Так, слышь, тортик, вот завтра, чтоб в целках Энки, мне тоже багруха упала. Не, ну вы это видели. Чудеса. Мы знаем, что ты на костер пойдешь. Блин, а Джайны 3 не упадет, нет на этом КД? Не знаю я. Я знаю, что сегодня поезд. Это не полутал, что ли, Долорес? А от Халиона чашку упадет? Полина, тут я уже... Коника, ну конечно, да. Заявки на этот, на ванговство, мне на пристану... Майнспек, стоп, фукс! Офспек. Секунду. Мазафакер обойдёт. А тебе ген на какой? Тебе не все, что ли, ещё? Нет. Да, ген, на какой? Мне одна осталась, получается. Мазафакер, смотри. Там не надо ничего над того другим. Ну, тут вес, что-то. Вальку ставили, Валька же... Это Мозер. Вибо хороший. Сразу меня попали. Это Гена. Ждал так сразу. Это Мозер. Это Гена. Чё, серьёзно? Тут багруха, да? Что, фу? Только одна, да? Гена. Вот мне сейчас обидно. Блин, сколько она? 389. Так, ЕП давал за бабу, нет? Вроде нет. Нет, нет. Заломок нет. Вальку, Кирса, Йена, Хилов, Спектр. Долорес, обычные печеньки не надо мне давать, выкидывай. Бойся оставляй. Это чтоб ты попросил полгуля. Кидывай, знаешь, кому баблу все печеньки? Бля, вот гриба нет, я бы ему скидывал. Да-да-да. Я тоже сначала о нем подумал, но его увы нету. Что, скучаете по грибу, да? Ну, скучно вообще. Гриб болеет. Чем? Совизмом? Совиным этим. Совиный гриб. Да там что-то с тобой.
спорами грибными дожался. Вот на днях заходился, говорил. Пока болею. Тимур-то из больницы вы? Да. Сейчас пласты там закрывают. По ночам заходит. Больше особо нет. Арен. Ночами. На арене так чисто. Монетку на острове полутать. Долорес, а что за аддон возле Омана справа? Что это за сеть? СПЛ. Куча ников, что ли? Ну да. Ишь ты, вашу мать. Это он показывает, короче, этот СС мой, на ком висит, кто из локов на кого кинул СС и сколько КД СС осталось у каждого лока. Кирс его. Кирс и Гена тоже. Три шаман по порталам. Ну вы извращенцы, конечно. Да там Элбрил захилит соло. Лёх, вот так называется. Чекай. Мясо ставлю. Хилы, пожрались. Долорес. Теперь Лёха будет чекать все ваши косяки, кто на кого не так кинул. Ну, кстати, Дэл, как у тебя дом называется, который 35%? Ну, озвучь. Drain Soul Timer. Вага. Танк вперед. Блять, еще кнопки, типа, на какие дамажить. Забыл то, что филоспектится. А я смотрю, блять, красные точки появляются, я вахую. А, мы же без холипала, да? Угу. Лёша, тут? Да. Можно ДКшку на сундук зайти? Нет. Чё? Это кирстино. Ага. Быстрее время.
спрашивается, что Долору с Мазером потеряли? Думаю, всегда тут пушим. У нас тут своя пати, Лёха. Я вас найду. Алена Слакер. Нет. Что там по Вальке? 28 лямов. 69%. Опа, Гера пошла. Давайте. Давление. Чё, блин, до конца? Тут красный слева. Лена, тебя не хватило, просто так. Я пошла собирать. Лена, двойной слайдер. Скажи это, что я виноват, то, что поругался ты с порталом до слакала, да? Кильте все, на всю ману. Возложение. Один лям всего лишь. Чё, Лена, как шарики? Они красненькие. Открывать или сумоним кого-то? Нет, никого не сумоним. Открывай. Ну какие классные. Ууу, РДшники кайфуют сегодня. Да ладно же. У нас с РСХМ падает как бы. Еще и жезл хиловской. Нужны кому, что нет? Жезл Насте нужен. Мальчик. Гена, красиво. Что там ход рубает? Ну говорю же, я сплю, типа, у меня показалось, что там есть платформа. Я не могу. Сейчас... Лишь бы в жизни так же не показалось. Да нет, я бегу и такой, вроде приехала, блядь. Прыгнул. Настаете, нет? Нет. Поставьте шкаф. Что ты там говорил про прослакеров? Я просто устал. Я тоже устал. Я также был сегодня рабочий день. Я решил полежать, да, Ген? Ну, Ген, твой труп присумает. Я тут. Кисло, что ты много даешь? Ого, 1100 за жезл? Да, блять, там... Как ты все... Блять, полный рот Насте навалил просто. Пошли. В комнату иди. Слаг. Сразу типа... Обратно забери. Ебать, не априори просто, блядь, могу. Там высвечивается сразу две цифры автомат. Обе показывают, я нажал на числить, а он, блядь, максимально. Я оставил. Так, распределяет групповая. Кто напулил на сову? Кто напулил на хила? Пидорас. Как не успел. Осуждаю. Детка, я сейчас шкаф перед дракончиками поставлю, там на тебя тоже напулят. Афоня, блядь, чё за хуйня? Ну разберись. Да это ход сделал, чё, я уже разобрал. Кого? Я на нуле это напулил. Спасибо. По имени девка, да?
метуете тут всяких мобов. Это Афоня. А я сейчас только хочу в центр Афоня подойти и помогу. Я сейчас тоже буду напуливать носу. ГП за каждый напул, блять, носову. Тогда и за каждый вихрь тоже. Смотри, а. Все в кубы эрнули, роги, вы знаете, что делать. Ген, я тебя защищу. 3000 золотых за голову совы, живой или мертвый. Видишь этот аддончик, который точишь на ГП ебашит? Чтоб я по одному клику сразу начислял. Тебе соточка или сразу 250? Можешь сразу 500 добавить. А еще как нет. Это? А ты чувствуешь себя защищенным под орехами? Под орехами? Да. Кстати, кто их так начал называть? Не знаю. Радкость. Я еще установлю три аддона, как у Полины, и буду в каждом прокликивать ГПшку. Так, я спрятался, блять, меня не видно. Амир, помнишь фласку я тебе ринковал на понижение агро? Ну? Вот, походу, надо крафтить. А не хочешь себе еще мне кусок этот брюлевский на агро? По-моему, чарка есть какая-то, или на плащ, или на руке. Нет, есть только наоборот, на усиление. Нет, есть, наверное, снижение. Ну, написано. Ты что, серьезно? Да, серьезно? Бог, снижение в рост, что ли, там? Ребят, у меня вариант 3-4 стоит. О, Гена, смотри, идеально. Хотел там фокус. Смотри, их не проклонить. Это грибные пауки. Я не знаю, что это за фигня.